Скоро мои студенты придут. Доброе утро, миссис Роза. Доброе утро, Барби. Упс, но я не Барби. Я сестра Барби. Ой, извини, пожалуйста. Нет проблем, миссис Роза. Сейчас она тоже придет. Доброе утро, миссис Роза. А где Барби? Почему она опаздывает? Ох, миссис Роза, извиняюсь за то, что опоздала. Я оставила свои вещи в шкаф. Хорошо, так как все в классе, можем начать наш урок. Хорошая работа, девочки! Вы ответили на все вопросы правильно. Хороших вам каникул! До свидания! До свидания, миссис Роза! Наконец-то я дома. Конец школьного дня. Ох, ох, я чувствую себя усталой. Осталась некоторая работа, которую я должна проделать на компьютере. Я тоже чувствую себя очень усталой.